It's delicious. Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Кусанёк, Подлючка, Маквейт, Пингвинус, FM-Zoom, Добрый, Фриз. Пацаны, поздравайтесь! Привет! Салам алейкум, братья! Всем привет, МЛТВ! Как же давно у нас не было на канале офигенных гонок. И сегодня у нас гонки на выживание. Можно толкаться, тараниться и просто выкидывать всех с трасс. Поэтому, если вы кушаете, приятного аппетита, а мы начинаем. 3, 2, 1, пуск! Где-то один круг этих гонок будет занимать где-то 2 минуты. Трасса реально большая и офигенная. Свежачок карта. Как вы знаете, что надо что? Подписаться, поставить лайкосик. Мы записываем новые карты, всякие там штуковины, которые Гусунёк лично накидает к вам. Мы все это записываем. Красиво, да, пацаны, мы его выкинули? Ну вы там тарантитесь, вы теряете скорость. Блин, ну я вижу, там двое вырвалось вперед. Представляю, ну я же сказал по троллейбусу не срезать. Там-то я же тоже не срезаю, но я просто предупредил. Блин, пацаны, вы что так быстро едете? Я же хочу тоже вас догнать, я хочу первым приехать. Так, пацаны, ну все, я включаю максимальный режим гоночника. Призрачный гонщик, видели? Что? Призрачный гонщик. Одного сделал, второго сделал. Ну что, щенок, последние твои слова. Ай, блин, хотел жопу подрезать ему. Сейчас мы все сделаем, ребята. Это же дерби, надо толкаться. О. Ты чё, ты как вырвался? Ты чё, и слип-стрип, короче, в Гарриспоне добавили, уже ветер ловить можно? Чё за фигня была? Блин, ну пацаны, ну я вылетел из-за вас. Ах ты, дурачок. А что, я по траве наоборот еду до трассы, даже круг сделал. Просто у тебя машина конченая, признай. У меня машина очень крутая, видите, я просто лечу как псих. Я читерю сейчас. Это что, уже конец карты будет сейчас? О, да, финиш, я первый финиш его. Да ладно. Так, давайте посмотрим, сколько занимает одна гонка. Приблизительно полторы или где-то минута 40. Ну, это нормально. Ну да, это нормально. Ну, при том, что мы взяли тачки быстрее. Так, а кто у нас первый приехал, получается? Я. Ну давай, Гусуяк, теперь ты должен загадать машину, и мы все возьмем одинаковые машины, и будет у всех равные силы. Потому что у кого-то были сейчас быстрее, у кого-то медленнее. Это было сразу заметно. Давайте, раз, два. 5. А какой? Все, давай, 5 тоже пойдет, мы уже едем. Ну что, гонки начались, у всех одинаковые машины. Можно тараниться и скидывать всех с трассы, это максимально даже веселее будет. Ой-ой-ой, как красиво, смотрите, мы одного делаем. Ух ты, ты дурак же! О, я запомнил твой номер, тебе лишу прав. Стоять, щенок! Блин, я с машины вылез случайно. Вот вы видели идиота? Это я. Блин, да ты что делаешь? Ой, два неудачника, все. Встретились, привет. Так. Ну зачем ты это делаешь? Я же тебе друг. Вот поэтому ты наказан. Блин, мне кажется, я в этой серии первым не приеду, потому что, оказывается, у меня тоже права куплены. Зато у меня не куплены, я на первом месте. Да, зря ты это сказал, сейчас там будет поворот, тебя вынесет, и я тебя догоню из-за этого. Ну, вот это ты сейчас правильно сказал, я немного занесу. Ну, я даже вижу по тебе, по твоему голосу. По твоему голосу вижу. Ну, блин, я вылетел Блин, тут чуть псих меня не сбил, он перевернулся. Нормально, гонки продолжаются. Насыщенность присутствует. Все, я первый приехал. Это ты, оказывается? Я не знаю, как отрезать. Да я не срезал. Блин, ну никто ж не видел. Ребята, ну напишите плюсик в комментариях, если вы видели, что я не срезал. Вот это было весело. Ребята, ну что у нас? Гонки на комбайнах. 3, 2, 1. Погнали. А вот сейчас уже будет потяжелее. Хотя нет, он, смотрите, он очень быстро едет довольно-таки. 40 километров. 50 километров. А комбайн что-то 60 километров. Почти 70. Чё, а чё он так быстро? О, на нем дрифтовать можно, так что это дрифт на комбайнах. Дима, ну ты чё? Ну ты можешь не мешать, я видишь, что ты делаешь? Так меня подрезали. О, спасибо, что толкаете. Отлично, ребята, ну что, это будет та гонка, где я приеду первым. Я покажу, как надо ездить. Едем на ферму, да?
Блин, понесло, понесло. Нет, пожалуйста. О, спасибо тебе, спасибо. Ой, не то зря ты сделала. ОЛТВ, ты чё, там кто-то, блин, пристал ко мне, что пьяный до радио, отвали. Слышь, ты щенок. Ну зачем ты, вот видишь? И себя подписал, и меня подписал. Все нормально, я не пущу, кто там едет. Я не пустил. Да что, я буду жертвовать собой. Я тебя не пущу, щенок. Отлично, отлично, отлично. Просто отрываемся от этого челепизды. Мне победу отдаёт, спасибо. Да, кстати, мы ему победу отдаём. А почему мы ему победу отдаём? Мы смотрите, как дрифтуем. Красиво же летим, красиво. А смотрите, не опять челепизды, как один накосячил, а мы все в него врезаемся. Не пускайте того тоже. Ребята, у нас тут пробка комбайнерская. Битва. Ну лучший комбайнер. Блин, ну все, вот этот не пускает челеп. Блин, у них широкие кабаки впереди, это смешно очень получается. А что, кто там едет? Пацаны против чешуи, кто-то едет, а вы задрали. Я из-за вас никогда не приеду первый, вы чего? Я уже почти приехал. Ну блин, ну все, мы тебя не считаем. Гонку я видел, ты читы водил. Ну дай выиграть хоть раз. А, Гусунёк же побеждал постоянно. Сейчас я уже не побеждаю. Ну твою калашматки. Ёлки, иголки, ну ё-моё. Давай, газуй, газуй, газуй. Я вас вижу. Ёлки, иголки зеленые. Все, я приехал. Ну все. Ну ты ж не учал, я видел, ты пароли вводил. Нет, неправда. Ну, блин, его кидает, что придурка, и ну раз на повороте. Я все честно делал. Не, ну хорошо, я тебе верю. Нате вам. После вас там пробка произошла, я... Ах, ты проехал. Я не просто проехал, я пролетел. Меня не поймать. Наконец-то я второй еду. Из меня обстоятельства, я не хотел. Вот это удар. Нормально. Следующая гонка у нас на мега-спортивных быстрых тачках. И сейчас мы выясним, кто же самый лучший, потому что у тачки всех одинаковые. 3, 2, 1, погнали. Вот смотри, сюда найдется какой-то нехороший человек, блин, который накосячит. А вот теперь это моя стихия, ребята. Это моя стихия. Тут уже можно красиво вырываться. Тут ты вырвался, конечно. Так как у нас быстрые тачки, давайте два круга сделаем. Давай. Чтоб уже реально было немножко выровняться. Оно. Так вот смотри, ну я не понимаю, с кем я вообще играю эту игру? Это ж нереальные пацаны. А, у нас же дерби. У нас же дерби, я же забыл. Ну все, тут мы уже делаем красиво. Смотри, вот нормальный человек. Вот как с ними играть? Отвали! А зачем ты это делаешь? Говно собачье. А, ну сразу видно. Ну, Ник. Отлично! Отлично, ребята, я лечу. Ну, видите, еще одного вынесло. Ну, сейчас мы его делаем. Смотрите. Подлавливаю максимальную скорость на двигателе. Красиво. В этом входим в поворот. И вот этот вот так поворот входим. Он немножко накосячил. Это нам на руку. Все, мы его сделали. Следующий человек у нас что? Сальтухи крутит. Но ничего к этому не приводит хорошему. Летим. Просто летим. Ха-ха, говорю, не срезать, все срезают. Не, нельзя мне догонять, я что-то не слышу. Ну, я первый. А что, я не первый уже был бы? Или ты на финише просто кто-то стоял? Второй круг, не забывай. Второй круг, ё-моё, можно я машину сменю, извини? А я на пип-стопе. Голова, ну пацаны, ну я же к вам по-хорошему. Да что ты? Ой, я машину удалил. Все, берите сами, я на... Да я случайно машину удалил. У меня тачка горит. Ну что, поехали второй круг. Я заменил себе тачку на новую. Это было не читерство, это было по красоте. Дима, если ты сейчас тачку мою не задел, я бы сейчас просто выиграл, а ты это. Ну что ты хотел от меня? Я же неадекватный, ты не знал? Не знаю, ты какой-то психованный. И тебя вылечат. Не, я нормальный. Я лечу со всей силы, реально. Делаем поближе камеру и сосредотачиваемся на всех поворотах, которые мы видим. Щенок. Вот что за западло в этой карте? Ну, пожалуйста, отвали от меня. Да отвали, неадекватный человек. Ну все, из-за того, что ты рахит, я тебе сделал. Забани его. Да все, летим по красоте. Вот смотрите, сзади пыхтит там, но ничего у него не получится. Потому что я буду идеально входить в повороты и даже немножко срезать. Все. Ну все, я не первый, конечно, как всегда. А что у вас? Я опять проиграл?
Да. Ну, блин, тут мешает человек неадекватно ко мне привязался и мешает не ехать. Сзади то сальтухи крутит, то еще что-то. Ура, я на втором месте. Да боже, какая тачка галимая, ненавижу. Да она галимая, рахит-то еще та. Я огненный гонщик, у меня тачка галимая. Ну что, я каким еду? Ай. Один, два, три, четвертый, походу, приехал. Ай. Я на втором месте. Ну, аккуратно, машины же на прокат взяли, потом сдавать все. Гонка на броневиках. Три, два, один, полетели. Давайте покажем мощь. Вот это именно чувствуется, что эта машина тяжелая. Здесь уже, конечно, тяжело будет схитрить, но возможно. Кто там первый? Не тарань, пожалуйста. Давай. Ой, тихо, аккуратно. Да не стреляйте. Ой, да это я случайно, извините. А Дима, знаешь, что сейчас сделаю? Я сейчас, короче, возьму ядерку и все. Да какой ядерку? А нельзя стрелять. Да это не я. Это все просто. Это моя любимая. Зачем стали стрелять? Да не стреляйте, пацаны. Что ты подставил? Где ты теперь лазишь? Я сейчас поставлю машину, чтобы с вами наблюдать. Да кто это меня убил? А вот карма тебе, понял? А, вот так, то это не я же, я ж не убивал того. Ты меня убил, знаешь что? Кто, где ты такое увидел? Я еду в противоположную сторону. Смотри, уже взял этот автомат, пулемет уже готовится. Смотри, какой нафиг. Кто? Ты, я сейчас с тобой сижу. А я, мне так удобнее камеры смотреть. А вот нормально смотреть, она же у тебя должна без этого. А я никого не убиваю, ну зачем мне стрелять, скажи. Не убиваешь, то есть, да? Ну вот зачем мне стрелять постоянно? Не знаю, по приколу, наверное. Да ну делаем красиво, ну. Да какой красиво, мне что-то больно было. Ну смотри, какой надо, ну, смотри, как надо. А что, меня убили, и я буду убивать? Блин, да пацаны, ну я же не специально. Если вам понравилась эта серия и она вам подняла настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. На всем отличного настроения и всем пока. Давай, покажи мегавзрыв. Бабах, все. Я думал не достанет, я был очень далеко.